Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, я подумал, что надо бы... Да ну ты, дед, прекращай-то, Тимофеич, как там тебя, еби нахуй? Чуба-дуба-дуба-пада-папа. Е-е-е-кря. А мы, короче, тебе сегодня... Я хотел сказать Епифаний. Короче, мы продолжаем с тобой играть в Гренни. Попробуем с тобой бы сейчас поиграть снова с нормальным режимом. Если что-то куда-то как-то не так, тогда мы с тобой с этим разберемся туда и сюда, вот это все. А пока что мы с тобой попробуем с дедом поиграть, с Тимофеем. По-моему, Тимофей его зовут, если я правильно помню. Дуська, Тимофей и Лиска у нас, Дуська и Лиска. Значит, дедом у нас отмычка, хлоп-хлоп-хлоп. Ну-ка, тихо, хлоп-хлоп-хлоп, я сказал. Хлоп-хлоп-хлоп, хорошо. Знаешь, что мне надо сделать? Мне еще надо вот эту штуку бы поиграть. Идеи закрывать, потому что не очень прикольно постоянно нажимать лишнюю кнопочку на то, чтобы начинать работать с мычечкой. Ну ладно, разберемся. Нормально все, вообще не парит. Проснулся, как обычно, я в подвале. Чувствую себя замечательно, и похуже дни бывали, поэтому вообще не бедовейшее состояние. Что это такое? А, это путь в подземлю, да? Это путь в подземлю. Там падла ключ, и нам, чтобы отправиться вниз. Здорово, здорово, Ибрагим. О, ебатый Ибрагим, слушай, а что... Дуська, ты что сюда пришла? Что тебе здесь, блин, всралось? Зачем ты сюда пригнала? Взяла, пришла ко мне, тупо такая. Ой, дай-ка я внучку по башке дам, массажик нахуй сделаю битой. Пам, вот нормально себя чувствуешь теперь, на, полежи, отдохни. Я хочу не отдыхать, я хочу идти дальше делать. Мы с тобой сейчас к Ибрагиму быстренько вернемся, у него там какой-то предметик валяется. Блин, все еще не верю, что я вернулся снова в Гренни третью. Все еще не верю. Вон, какая-то у него шняга лежит. Ибрагим, ты что там себе зажал? А, это бревно, да? Ну, Ибрагим, ну, Ибрагим. Пс, как дела? Уёба. Я понял тебя. Так, бревна. Ну, бревна мне не нужны. Да ёб твою мать. Ну, не надо. Ну, не надо. Ну, начальник. Все закрыто. Ну, хорош. Все, я тут сижу. Тут сижу. Тут. Дедус. А че ржешь? Все нормально. В смысле? Да в смысле? Да в смысле? Бабка, ты ебанулась на старости лет, я не понял. Я сидел просто в своей пещере темной, я не парился ни о чем. Ты что ко мне зашла, просто мне по зубам дать? Ты, я не понимаю, стоматолог неудачник или хули ты зубы ломаешь людям? Ой, ебалайка, ой, я понял. Так, ладно, короче, не ждем. Здорово, Ибрагим, я пошел. Все, вообще не парит. Добрый вечер, идите нахер, там сверху кто-то ходит. Да и насрать, заходим сюда, хорош. А что здесь в воде? Я могу по воде просто уйти? Не, вряд ли что-то хорошее из этого выйдет, если честно. У меня прям очень большое сомнение. Сомнение. Так, у меня даже мышка, кстати, залагала. Что с мышкой происходит? Очень большущее сомнение, что что-то произойдет хорошее, если я туда упаду. Так, что тут такое? Ты можешь вещи здесь прорезать. В смысле закрыто? Я могу вещи там прорезать, но у нас пока не было ничего, да? Ну, где... Бревно, может быть, мы можем порезать. Просто тихонечко. Ушел? Ха! Дед тупой! Ой, дедушка, дедушка. Это ты, конечно. О, поджигалово. Поджигалово — это хорошо. Так, вот это мне сказали, кстати, ребята в комментах, что это лифт. Но как работает лифт? Блядь! Давай, Дуська, давай! Давай! Оп, оп, оп! На кухне, на кухне! Поехали, поехали, поехали! Ой-о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 й
Ладно, я пошел. Сейчас дед придет еще на наши крики и будет меня бить. Не надо меня бить, у меня на это аллергия, аллергия у меня. У меня мышка ломается. Так, все нормально, все хорошо. Бабка, бабка, спокойно. Да бабуся. Типа, палка. Нихуя. Вот это ты, конечно, бабка ебалайка, да. Нормально, Петуля, давай. Хорош. Нахер. Лиза, ты, блядь, с пола подлиза. Ты шо тупая такая? Ты шо меня пугаешь? Так, зачем мне деревяшка? Нахуа мне... О, она родила. Дуська родила капкан. По-моему, сюда идет дед. Блядь! Тихо, тихо, тихо! Бабка, не бей, не бей, не бей, не бей, не бей! Бабка, не бей, не бей, не бей! Я хороший! Я хороший, я говорю, я хороший, я лучший!
Я лучший, просто на планете. Так, и деда сюда не зови. Где она? А! Сейчас забудешь. Забудешь, Дуська, забудешь о том, что я здесь был. Я, блядь, фикус! Я, блядь, сука, фикус, не трогай меня! Не трогай меня, я тебе говорю, я показалась тебе здоровенная крыса. Просто, просто обычная мышь. Просто обычная, адекватная мышь с палкой, не парься. А! Бляха, она сзади. Ничем хорошим это, наверное, не закончится. Меня аж затрясло, Дуська. Блин, какая она душная. Дуська самая душная в этой части. Такая же душнила, ты не представляешь. С ней так тяжело разобраться сейчас. Дом маленький, Дуська здоровая. Она вот этим своим хлебалом просто куда угодно достает. И ей вообще насрать, понимаешь? Ей вообще на все насрать. Ей настолько наплевать, что просто... Ёб твою мать, да ты чё? Вот настолько ей на все насрать. Так, ну... У нас как бы на том... О, подожди. На том нижнем этаже ничего полезного нету. Да и тут ничего полезного нет. А что-нибудь полезное где-нибудь вообще есть? Существует? Нет? Да, блядь! Дед, нет. Я тебя прошу, я тебя... Ну нет, дед. Уёбуй. Кто самый умный на деревне? Это, сука, я. Тупица ты лысая. Что у тебя? Вместе с волосами мозг, да, вытек? Так, ну пока он пошел в другое место, я пойду на второй этаж. Ага. Ага, big fucking brain. Самый умный мозг на деревне. Тут же должно быть что-нибудь полезное, правильно? Мне нужен ключ. А что у нас тут? Тут у нас ничего. Деда вроде бы нету, что это такое? О, нет. Это что-то. Что это такое? Кнопка. Нет электричества! Сука, не заплатили за электричество, гады! Гады, платить надо! Мне нужно поджигалово! Я могу сюда закинуть дрова! Блад! Да ну на надо, да ну на... Какой же отвратительный доп! Тут людей ебут, понимаешь? Последний день. Ну, мы знаем теперь, для чего нам нужно дерево. Дерево нам нужно на второй этаж. Но мы с тобой развиваемся потихонечку. Значит, Ибрагим, сразу давай дерево свое. Мне нужно твое бревно, Ибрагим, раздевайся. Мне нужно твое бревно. Оба взяли бревно, отлично. Все, пойдем. Теперь нам нужно забраться на второй этаж каким-то раком. Тихо, следим. Да ты ж за дверь ты закрывать умеешь! Нет, ебалаец, ты, блядь, комнатный! Ой, ну ты... А, ну ты, конечно... Дед, уёбуй. Найс. Он что-то там... Ой, убей, а. Оказывается, дед певец в прошлом. Оперный сингер. Та ну не надо, я говорю. О. Мне нужны поджигалово. Так, не умрешь, молодчинка? Добрый вечер. Я диспетчер. Бабка рядом. Дуська своими крысиными звуками... Родила капкан. Дуська своими крысиными звуками себя выдала. Все, я теперь не выйду отсюда. Я не меня отсюда никуда не выйду. Я теперь буду здесь сидеть и не париться вообще ни о чем. А зачем? Сам выходи, тебе надо, ты и выходи. Не, а шо? Да сам ты сыкло, в смысле? Она стоит вот там. Ты слышишь ее носочки? Она носочками по земле шлепает. Сейчас еще и дед придет, в лицо въебет. Да ну она сюда идет, я не хочу никуда выходить, у меня последний день. Я тебе говорю, сейчас или дед придет, или бабка придет, и кто-то обязательно вдарит. Ладно, давай. Взяли. Погнал, давай! Кто молодец? Я молодец. Я спиздил спички. Пиздец. Не стреляй, дед, не стреляй. Я тоби прошу. Так, я знаю, где дед. Дед точно не там. Так, Дуська родила капкан. Блэд. На-н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 а-
О!
Обосраться, поджег деревно. Ха-ха, вот это я, блядь. Вот это я могучий. Нахуя, никто не знает. Что мне делать, теперь никто не знает. Пиздос вообще, под кровать. А, в пизду, на. Я не думал, что этот план может сработать. Я все постоянно опускаю глаза вниз, надеюсь, что здесь найду какую-нибудь воду. А воды здесь все нет и нет. Так, ладно, мы с тобой пока что живы. Бабка опять родила капкан. Дусь, прекращай. Ты же, в конце концов, уважающая себя женщина, а не инкубатор. Хватит рождать капканы. В капканы не попадается никто, понимаешь? Капканы — самая бесполезная херовина на планете. Вот столько железа в тебе, бабка, сколько ты яблок льешь? Ну, ты же знаешь, да? Что в яблоках люди находят железо. Вот сколько бабка ест в яблоке? Я тут ни одной яблони не видел. Она, видимо, съедает капканы для того, чтобы их родить. Ну что, собрались? Пошли. Коконат! Здесь что-то внутри. Что-то внутри этого кокоса. Но я знаю, что делать с кокосом. Ебать. Убивать. Резать его надо. Только вот как мне теперь вниз-то спуститься? Создание сумасшедшее по имени Дуська-бабуська, она сейчас же будет там ходить меня пытаться забить. Еще и Афанасий теперь шляется. Прощелыга. Ваза. А что там делает ваза? Дусь, ты ебанушка, ты зачем туда вазу-то впихнула? Не работает. Мне нужна фузия. Так, ну какую-то фузию я туда могу... Блад. Ну, блад, ну ты блад! Меня сейчас убивать будут! Нет, дед! Ну прекращай, ну я тебя прошу, блядь, как кокос! Типа он ударил меня, просто он отправил меня в другой измерение. Это в смысле, а чё мы здесь, акробатик из них? А, аллигатор? Не надо, говорю. А бабка говорит, надо. На, нахуй. Ну нормально, покормили Гену. Крокодил Гена теперь накормлен. Ну слушай, прикольно. Тут мне нравится, что концовок смертей много. Правда, для меня все еще непонятно, почему в одной из концовок они взрывают меня вместе с собой. Ну как бы ладно. Это было путешествие с тобой, мы прошли. Мы с тобой поняли, что надо делать больше. Мы с тобой осознали, что надо разбираться, как делаться. Но мы это сделаем уже, наверное, в одной из следующих серий. Не думаю, что в следующей серии еще пройду. Но пока на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. А пока на этом все. Всем пока. До скорого. Удачи.